Штука, регулировка данного ножа. Это мы займемся потом этим. Можно снять. В этой, например, большой плюс то, что есть адаптер. Что ты имеешь в виду? Ну, обычно все машинки идут сколько там, 120 вольт? 110. Американский. И для этого приходится потом покупать отдельный блок питания, кучу ненужных вещей. Ну, для этого же... Они тоже денег стоят. Да? Никогда не делайте этого сами, если у вас нет друга, у которого свой магазин, если что, гарантия все равно будет. Это сняли. Кстати, обратите внимание, сборка другая, но, это болты, которые держат. В любом случае, наверное, на той машинке, вот эти болты, которые закручиваются здесь, они держат, кстати, по ходу дела, корпус. Угу. Корпус машинки. Начинается самое интересное. Ребята, не пугайтесь. Будет сейчас работать болгарка. У нас тут операция. Больше всего жалко вот эту надпись Андис. Это точно. Втулочки медные, тут аккуратненько надо, чтобы не сорвать резьбу. Если сорвете резьбу, будет плохо. Все упирается на то, что если что-то неправильно будет, корпус придется опять по-новому резать, это уже новый корпус будет. Кстати, знаешь что? Вот эту надпись Andes можешь вырезать и на двухсторонном скотче можешь прицепить. Ха-ха-ха.
роботов. Займемся ножами. Когда обрезаешь корпус, на 35% тише становится машинка. Не, мы сейчас еще это поправим, просто без ножа. Наш без ножа. Займемся ножами. Машинку повесим пока. Вот так, чуть-чуть под наклоном. Мы берем и фиксируем. Или же на стекле, или на идеально ровной поверхности. Я этого человека когда-нибудь на работу возьму. Через где-то месяц предлагаю тебе вообще нахрен корпус выкинуть. А? Нет, как? На каркасе он будет, короче. В одной руке один магнит, в другой руке другой магнит, да? Да. Или знаешь, как говорят, что машинка должен как продолжение руки. Корпус выкидываем, скотч присобачиваем мотор тебе к руке. Операцию сделать. Кстати, нормально, не режет ничего, не кусает. Кстати, обзор вообще просто замечательный. Where's your bitch? If I hide my dick, bitch, I make a pay like PayPal. Buy out the plug, I PayPal. Bitch, I make a pay like PayPal. Buy out the plug, I PayPal. Синдром готов? Максимально я поднимаю его. Да. Синдром как, не кусает? Чуть-чуть. Кусает или ты чувствуешь просто как нож ходит? У меня чувствует, что как нож ходит. Надо, наверное, это... чуть-чуть припустить. Ну? Ты шо? Как бритва. Кто следующий? Кому следующему обрезать надо машинку? Вот когда ты слишком наклоняешь в сторону внутреннего ножа, я чувствую, как он ходит. У тебя ж не режет? Не. Даша нож даже переставили чуть-чуть.